эфир Амурского областного телевидения. Продолжает выпуск новостей. В студии Оксана Холодова. Здравствуйте. И вот основные темы. Ушла и не вернулась. В Свободном пропала 5-летняя девочка. К поискам ребенка подключились сотни амурчан. Доступны для выбора. В отдаленных территориях области началось досрочное голосование за кандидатов в депутаты Госдумы и губернатора Приамурья. Бизнес с успехом. В правительстве региона обсудили проблемы малого и среднего предпринимательства. 9-метровый триколор и флешмоб «Я люблю Россию». В Приамурье готовятся ко дню российского флага. В Свободном пропала 5-летняя девочка. Вечером 20 августа она вышла погулять и не вернулась. К поискам Софьи Чернобаевой подключились сотни человек, но пока найти ребенка не удалось. На месте происшествия работала съемочная группа Амурского областного телевидения. Юрий Камышный с места событий. В разыскных мероприятиях задействована полиция, МЧС. Большую помощь правоохранителям оказывают и волонтеры. Трагедия объединила весь город. Информация о пропаже Софии Чернобаевой распространяется по социальным сетям. К пункту сбора, а это дом, где жила девочка, по улице Партизанская, 90. Каждый час приходят неравнодушные жители Свободного. Сейчас в поисках принимает участие 11 групп по 10 человек. А вчера волонтеров было более 1000. Волонтерам свободненцы везут воду и еду. Общественники обходят всю прилегающую к месту пропажи девочки территорию, где много заброшенных зданий, протекает небольшая речка. Пока никаких результатов поисковые мероприятия не дали, но волонтеры не теряют надежды. Искать Софию будут даже ночью. По факту исчезновения ребенка Следственный комитет по Свободненскому району возбудил уголовное дело. 20 августа в дежурную часть Свободненского отдела полиции поступило телефонное сообщение о том, что ушла из дома и не вернулась девочка 5 лет. Незамедлительно на ее поиски поднят весь личный состав межмуниципального отдела МВД России Свободненский. С целью установления местонахождения девочки полицейские осмотрели надворные постройки, чердаки домов, сараи, гаражи, заброшенные здания. Проведены подворные обходы, поквартирные обходы многоквартирных домов. Также проверены дворы. Совместно с сотрудниками МЧС обследованы овраг и участок местности, прилегающий к реке Ключевая. Обследовано русло реки вверх и вниз по течению. К поискам привлекался кинолог с собакой. Для оказания практической помощи в установлении местонахождения девочки и обстоятельств ее исчезновения в Свободный прибыла группа сотрудников Управления уголовного розыска под руководством начальника УУР. В Приамурье стартовало досрочное голосование за кандидатов в Госдуму и губернатора Приамурья. Оно началось в труднодоступных и отдаленных территориях Сковородинского, Магдагачинского, Селимджинского, Зейского, Тындинского, Мазановского, Шимановского, Свободненского районов. В нем примут участие около 3000 человек. Проголосовать досрочно можно будет до 8 сентября. Тем временем в день выборов 9 сентября в Белогорске можно будет поставить прививку от гриппа. Подобную акцию в городе проводили в 2017 году. Тогда ее участниками стали 1200 человек. Стационарные пункты вакцинации развернут на тех избирательных участках, в зданиях которых есть медицинские кабинеты. В основном это будут участки в образовательных учреждениях Белогорска, уточнили в городской администрации. Все желающие смогут поставить прививку от гриппа бесплатно. По данным специалистов, вакцинация помогает предотвратить заболеваемость у 80-90% детей и взрослых. У привитых болезнь протекает легче и почти без осложнений. Напомню, в единый день голосования в Приамурье пройдет несколько избирательных кампаний. Самые важные выборы губернатора и депутата Госдумы. Кстати, с 25 июля в области работает услуга «Мобильный избиратель». Амурчане, которые не могут прийти 9 сентября на свой избирательный участок, могут выбрать для себя другой, более удобный. С 25 июля по 5 сентября подать заявление на голосование по месту нахождения можно на портале госуслуг, в территориальных избирательных комиссиях, а также в МФЦ. С 29 августа по 5 сентября заявления будут принимать на всех избирательных участках. Самых успешных предпринимателей выберут в Благовещенске. В сентябре в областной столице пройдет первая национальная премия «Бизнес-успех». Между тем, накануне в правительстве региона состоялось заседание Совета по развитию малого и среднего предпринимательства, на котором обсудили вопросы развития бизнеса. Свою точку зрения высказал еврей губернатора Василий Орлов, подчеркнул, что власти и предпринимателям важно заручиться взаимной поддержкой, научиться слышать друг друга. Денис Свириденко расскажет подробнее.
Почти 77 миллионов рублей на развитие предпринимательства выделил в этом году Приамурью федеральный бюджет. В прошлом сумма была значительно меньше, всего 5 миллионов. Поддерживает бизнесменов и правительство региона. Однако проблема в том, что освоить выделенные средства не всегда получается. Сейчас финансовая помощь идет на создание инфраструктуры поддержки. В области созданы Центр кластерного развития и Центр поддержки экспорта. Также для удобства бизнесменов в области сокращают сроки межевания земель. Благовещение, к примеру, процедура займет 12 дней вместо 48. Лучшая практика в Благовещенском районе – всего 7 дней. Сейчас, говорят предприниматели, необходимо уменьшить административные барьеры при оформлении территорий. К примеру, упростить процедуры при выделении земельных участков с аукциона. Предоставление земельных участков с аукциона – также долгая процедура. Муниципалитетам приходится объявлять два аукциона. Первый аукцион – на межевание земельных участков выигрывает кадастровый инженер на такие работы, а потом уже объявляется второй аукцион на возможность приобретения или аренды земельных участков. Процедура также затягивается. О том, как проходит работа с предпринимателями, рассказали главы муниципалитетов. С руководителями районов Рио-губернатор общался в режиме видеосвязи. Крайне необходимо вовлекать органы местного самоуправления в работу по улучшению инвестиционного климата. Я уже неоднократно говорил, что в первую очередь залогом успеха такой работы будет комфортная обратная связь со стороны малого предпринимательства. Власть должна слышать, и я этому буду всячески способствовать. Чтобы конкуренция была честной, необходимо усилить работу с нелегальными бизнесменами. Такое решение участники заседания приняли совместно с амурскими правоохранителями. Подобная проблема существует и в муниципалитетах. Нечистоплотные бизнесмены создают незаконную конкуренцию официально зарегистрированным предпринимателям. У нас есть два учреждения культурно-бытовых. Это «Энергетик» и «Дом культуры Ровесник». Они регулярно сдают свою торговую площадь приезжим, ну, допустим, из Саратова. Этот товарищ из Саратова зарегистрировал вывозную торговлю. Там налоги платят копейки. Развозную торговлю. Но мы все понимаем, что развозная торговля, да, это конфетки-бараночки, как на рынке торгуют. А он занимается развозной торговлей шубами. Особенное внимание в Приамурье уделяют малому и среднему бизнесу. Созданные фонды поддержки предпринимателей помогают в реализации проектов, проводят с представителями бизнес-сообщества обучающие семинары. Уже в сентябре предприниматели смогут принять участие в бизнес-форуме «Территория бизнеса. Территория жизни». Во всем мире в основе экономики лежит малое и среднее предпринимательство. В Российской Федерации этот параметр значительно ниже, чем в развитых странах. И поэтому развитию благоприятной инвестиционной среде уделяется повышенное значение. Я считаю, что этот форум особенно важен для нас в контексте большого количества крупных инвестиционных проектов, реализующихся в области, которые, в свою очередь, потребуют большого количества услуг от малого и среднего предпринимательства. По информации пресс-службы областного правительства, для бизнесменов подготовят разнообразную программу. Специалисты дадут совет по развитию экспорта, расскажут, как наладить новые каналы коммуникации, обсудят вопросы взаимодействия. Также на форуме назовут лучших предпринимателей. Благовещенск станет площадкой проведения национальной премии «Бизнес-успех». Денис Фериденко, Андрей Цветков, Амурское областное телевидение. Принять участие в казачьих гуляниях, посмотреть на горький хлеб Албазина, послушать казачьи песни. Три дня в амурском селе Албазино шел казачий фестиваль «Албазинский острог». В нем приняли участие 8 казачьих обществ, в том числе из Благовещенска, Свободного, Шамановска. Продолжит наш корреспондент. Под окном высоким, под окном широким. В дни фестиваля Албазино будто вернулась назад во времени и снова стала настоящей столицей амурского казачества. В этом году в Албазинском остроге приняли участие 8 казачьих обществ из Приамурья. Традиционные костюмы, старинные песни, палатки с изделиями амурских умельцев. Все это делает фестиваль атмосфернее и отправляет зрителей на несколько сот лет назад. Лучшие народные творческие коллективы показывают свое мастерство. Они исполняют традиционные, старинные казачьи и русские народные песни. Здесь же организован город мастеров, то есть все представители наших умельцев амурских, которые занимаются декоративно-прикладным искусством, сегодня демонстрируют не только, скажем, вышивку, но и гончарное мастерство. Сегодня мы видим очень много здесь работ, которые связаны с патчворком.
с традиционной русской игрушкой. То есть это все пользуется не только спросом, это еще и дает возможность нашим мастерам с оптимизмом смотреть на вот такую самозанятость. Многие мастера предлагали не только посмотреть на работы, но и научиться гончарному искусству или, например, кузнечному ремеслу. Окунуться в историю амурского казачества гости фестиваля смогли, побывав на месте Албазинского острога 17 века, первом поселении русских на Дальнем Востоке. Оценить быт амурских казаков позволила экскурсия в Албазинский краеведческий музей. Был найден в колодце. Колодец был размером 2 на 2 метра. Он был утеплен и вниз опущена лестница. Все желающие также получили возможность принять участие в богослужении и почтить память казаков Албазина. После молитвы гости и участники фестиваля возложили цветы к братским могилам казаков. Кстати, на фестиваль приехали не только представители амурского казачества, но и гости из Приморского и Хабаровского краев, а также из еврейской автономии. Албазинский острог – уникальный праздник, ведь фестиваль проходит именно там, где сотни лет назад начиналась история Приамурья. Анастасия Петраш, Дмитрий Сгибнев, Амурское областное телевидение. Триколор длиной 9 метров сошьют ко дню российского флага в Благовещенске. В Белогорске проведут флешмоб «Я люблю Россию». В городах области готовятся к общенациональному празднику. Напомним, этот день был утвержден в 1991 году. И с этого времени отмечается 22 августа. О том, как будут праздновать события в областной столице и об истории одного из государственных символов нашей страны, расскажет Юрий Камышный. Сейчас я шью 9-метровый флаг, который будет участвовать на оформлении фотозоны в районе Ротонды. Костюмер городского дома культуры Елена Черенкова выполняет очень важный заказ. К 22 августа ей нужно изготовить 9-метровый российский триколор. Для Елены Юрьевны это не первая подобная работа, но, по ее словам, она каждый раз подходит к делу с особой ответственностью. Ведь в трех цветах флага собрана богатейшая история нашего государства. Конечно, чувствуется и гордость, и страна великая, и очень ответственный такой момент. Я стараюсь, чтобы все было аккуратненько, чтобы все было ровненько, чтобы достойненько. Первый триколор в России появился при Петре I в 1693 году. Одновременно он использовался как символ государственности и торговли. А уже в середине 19 века флаг кардинально меняет свои цвета. Бело-желто-черный с двухглавым орлом посередине. И лишь при новом императоре Николае II стяг принимает свой современный вид – бело-синий-красный. По словам историков, на такую цветовую гамму во многом повлияла мировая геополитика того времени. Большое влияние оказала внешнеполитическая ориентация Российской империи. В это время усиливает свои позиции Германия. У России с Германией отношения начинают осложняться. В то же самое время Российская империя сближается с Францией и Англией. Вот, а в их флагах как раз и использовались белый, синий и красный цвета. Интересно, что синий цвет на российском флаге вовсе не синий, а, как написано в постановлении Верховного Совета РСФСР от 22 августа 1991 года, лазоревый. По-разному трактуется и символ каждого цвета. Белый – это небо, справедливость, а еще и знак Георгия Победоносца. Лазоревый – мудрость и справедливость, символизирует он и Богородицу. Алый – победа, доблесть, мужество и пролитая кровь российских солдат. Однако историки утверждают, есть и другие неофициальные значение. Немного такое полушутливое, но и в то же время официально заявленное обоснование, почему именно эти цвета. Было объявлено, что традиционно великоросс, ну, российские крестьяне носили рубахи из красной и синей материи, малороссы и белорусы ходили в белых рубахах и тем самым вот попытались обосновать и подчеркнуть единство разных народов на территории Российской империи. А в Благовещенске, как и в других городах области, День государственного флага, несмотря на то, что он рабочий, всегда отмечается. В этом году праздничные мероприятия пройдут на городской набережной у Ротонды.
В рамках фестивального движения «Культурный город на набережной» состоится большая концертная программа, в которой примет участие Ассоциация пожилых людей, будет работать фотозона и большая концертная программа творческих коллективов городского дома культуры. Также возле Триумфальной арки в 18 часов всех амурчан с Днем российского флага поздравит городская молодежь. Рисовальное кафе, лектории и кухни мира заработают 22 августа у бронекатера. И еще одна крупная творческая площадка откроется на площади ОКЦ. Юрий Камышный, Михаил Величкин, Амурское областное телевидение. 300 танцующих пенсионеров поборются за звание лучших. 25 августа в Благовещенске состоится международный фестиваль «Серебряный возраст». Его посвятили 160-летию Амурской области. Свои танцевальные номера покажут не только амурчане, но и китайские пенсионеры. Танцевать пожилые люди будут на стадионе «Амур». Фестиваль продлится один день и будет состоять из двух программ, обязательной и произвольной. В первой части все команды исполнят одинаковый танец, во второй представят авторские выступления. Командам поставят оценки, лучшие сборные получат кубки и подарки. Отметим, что танцевальное состязание пройдет на средства гранта при поддержке Министерства социальной защиты Приамурья. И на этом выпуск завершен. Спасибо за внимание. Смотрите новости Амурского областного телевидения и следите за самыми интересными событиями вместе с нашими корреспондентами. А также заходите на наш сайт amurobl.tv, самые свежие новости и на нашей странице в Инстаграм. Всего хорошего и удачи!